В ходе предварительного следствия установлено, что 33-летний житель города Аткарска и его 38-летний приятель приобрели в сети интернет две поддельные 5000-ные купюры. Одну фальшивку мужчины сбыли в магазине розничной торговли. Вторую поддельную банкноту полицейские изъяли у одного из подозреваемых в ходе обыска по месту жительства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». И может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время фигурантам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.